Двор дома на улице Московская, 17, в Москворецком микрорайоне – один из 24 дворов, где в этом году выполнены работы по комплексному благоустройству. В фонарях наружного освещения установили энергосберегающие светильники, расширили парковочное пространство и заасфальтировали внутри дворовые дорожки. А главное событие для местной детворы – открытие новой игровой площадки. Собравшихся поздравил заместитель руководителя администрации Андрей Баранов. Позвольте поздравить вас с этим событием. Для двора это действительно событие. Ну и, конечно, помните, что вся деятельность администрации направлена, и в данном случае в этом дворе, на ваше объединение. Живите дружно, берегите то, что для вас создано. Огромная просьба. Одно дело построить, вот другое дело сохранить. Относитесь бережно, и тогда детишки долгое время смогут играть и радоваться хорошему благоустроенному двору и детской площадке. Будет очень здорово, если вы будете к нам приходить и предлагать вместе с планом и как бы именно таким дизайн-проектом, что бы вы хотели сделать в своем дворе. Потому что вот как принято, с этого года будут проводиться капитальные ремонты домов вместе с благоустройством и освещением внутри дворовых, внутри квартальных территорий. И вот тогда жизнь у нас с вами будет чистая, комфортная и веселая. Дети наши будут жить в комфортных, красивых условиях, будут радоваться жизни, а мы будем радоваться, глядя на них. Мы обговорили план действия, и на Московской 21А запланирована шикарная губернаторская площадка на 400 квадратных метров. То есть это вот так вот немножко по диагонали, и если все будет хорошо, и эта программа Московской области не будет свернута, то в следующем году, я думаю, что вы все вместе будете играть не только на этой с детьми, не только на этой замечательной маленькой площадке, но и на более шикарной и хорошей. Специалисты Центра культуры и досуга Москворецкий организовали для ребят театрализованное представление и увлекательные конкурсы. Новый игровой комплекс оценили и дети, и их родители. Как площадка тебе, расскажи? Отлично. А что тебе больше нравится? Какие элементы? Качели, горки? Мне горки нравятся. Площадка была необходима, потому что негде детям было играть, а сейчас такое удовольствие мы все получаем. Так что масса приятных впечатлений, и мы рады за наших детей. До конца этого года программа комплексного благоустройства будет реализована в полном объеме, а сотрудники администрации уже начинают рассматривать предложения от жителей для формирования плана на 2020 год. Денис Цветков, Дмитрий Волнов, новости Искр-Вект.